Республиканским производителям зеленой сельхозпродукции, то есть выращенной без применения генной инженерии, планируют оказать господдержку. Соответствующий законопроект в январе рассмотрят депутаты Госсобрания. В частности, для них повысят доступность кредитования и страхования рисков, а также помогут финансово в проведении работ по повышению плодородности почв. В Заксобрании отметили, что поддержка сельхозтоваропроизводителей, ориентированных на экологичность, будут способствовать повышению качества продукции на прилавках и благоприятно отразиться на здоровье граждан. Что это даст для Республики Башкортостан? Ну, во-первых, конкуренция между товаропроизводителями. И в конечном итоге, значит, те товары, которые они производят, лягут на полки наших магазинов, и мы будем быть уверены о том, что они произведены чистыми, без использования различных химикатов. В случае одобрения депутатами законопроект вступит в силу 1 марта. В тот же день вступит в силу и федеральный закон, регулирующий производство, хранение и реализацию такой продукции. Предполагается, что Минсельхоз будет вести единый госреестр производителей чистой продукции, которые подтвердили ее улучшенные характеристики. Они, в свою очередь, смогут размещать на товарах или транспортной таре специальный графический знак.